спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. В пятницу в Самарской области будет пасмурно. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем 12-14, тепла ночью плюс 7, плюс 9 градусов. Ветер восточный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, днем плюс 15 градусов, ночью плюс 9. Восточный ветер, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти на небе тучи, днем плюс 14, ночью плюс 8 градусов, ветер восточный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, плюс 13 градусов днем, ночью плюс 8, ветер восточный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 41%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.